Зеленый пост. И туда. И стихий прозрачный, как утро, таинственный, будто рубоко. Зачем ты их пародии запутал? Ведь их и так распутать нелегко. Скажи вопрос. Я лучше для себя. Женщина вас играла, я не мама. Постоянно часто приношал. Не тот, как сон. Yeah.
Сейчас я расскажу, что главная причина, потому что он самый старейший стрелец нашего Вицина, как ни странно, 94 года. Скорый поезд 15-го года, в тот год. А там не знали об этом. Тоже выпустили скорый поезд 15-го года, в тот год. И вы представляете, два скорых поезда мчатся навстречу на большой скорости друг на друга и не встречаются. Говоря, почему? Не судьба. Не судьба. Сейчас откуда он брал эти сюжеты, эти методы? Больше всего мне понравился его самый нежный, тот самый красивый, самый изящный. Эстонец едет на ручной дрезине, едет и поет эстонцы песни. И тут видит, стоит какой-то мужик в лесу, подал руку. Он говорит: «Эйас! Эйас! Прискали идти до Таллина далеко, только до Таллина далеко. Можно я с вами? Садись». Сел и поехал. Поет час, поет два. Я тебя спрашиваю: «Скажи, пожалуйста, а до Таллина далеко?» Говорит: «О, уже совсем далеко». Ну а что, живем, конечно, очень сложно, очень трудно. Только скажите, почему все играем на каких-то конечно, легче и лучше, как актер, который играет хороший, легче живет саму с ним Мамаеву или вашему любимцу, вашему красавцу Вячеславу Тихонову Штирлицу. А представляете, если бы я бы сыграл Штирлицу? А Ильица моя милая! О, были 18 лет. Правда, иногда я пел не своим голосом, скажем, в коллекционных. Слаза, козла, собака, запрямленность, пароход, запрямленность, 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 даже за нечисть, за какой-то пел. Но очень часто я пел сопрано, своим голосом, но не за себя. Такое случалось, когда я отдавал на голос своим друзьям, актерам, у которых или со слухом, или с голосом не очень хорошо. В разное время, в разных фильмах, моим голосом пели Шура Ширина, Виктор Павлов, Леня Куравлев, Володя, очень много, перечислить все вот так было. Короче говоря, очень-очень многие актеры пели моим голосом сопрано. Наконец вышел мой золотой диск. Я сумел поместить свои 24 песни. Вот такой красавец. Я старался, чтобы он был красивый и очень сильно любил. Сумел поместить свои 24 песни. Если радость на всех
Рядом добрый молодец и спроси, как тебя зовут?
всех с наступающим годом быка. А жены авторов их уже поздравили. Дорогие россияне, поздравляю вас всех с Новым годом и хочу сказать, что... Сделал паузу. Я знаю, что меня всегда провожают теплее, чем встречаются. Спасибо вам. Нам приятно, что вам капустин наш понравился. Мы их показываем в этом доме. Это родственный дом, дом у кино, театр киноактерам. Приходите, мы их много имеем и много показываем. Ну, а кто вот так сразу не может со мной расстаться, я напоминаю, что я вот там вот прямо за дверью, вот с этой книжкой, принес вам показать на книге, самое ценное в этой книжке. Портрет автора на каждой странице. И автограф. Автограф я пишу всегда персональный там. Наталья, с любовью я пишу, скажем, вот. Вспоминаю один сон. Или там, в клубе, в театре. Вот на эту сцену. Я здесь не так уж часто выступаю. Я могу здесь до утра рассказывать о своем.
вспоминать. Здесь было когда-то удивительное вообще помещение. Здесь был клуб настоящий творческий. Там был подвальчик, фойе внизу, там играли в бильярд. Олег Стриженов тут всех обыгрывал. Тут иногда, значит, какие-то там учреждения снимали помещение там внизу. И выбегает на сцену с цветочками, а третьим был вот такой парень, ну невозможно, малюточки такой, я не знаю, кролик мужского, значит, рода такой стоит. Такой симпатяк, я девочку поцеловал в лоб и говорю спасибо, маме передайте цветочки, вот, и нагнулся с тем, чтобы поцеловать этого кролика маленького с бабочкой, и вдруг он хриплым голосом сказал, я лилипут. Ну, не трогай. Я обычно ничего не мог. Взял цветы и ушел, а там мне сказали, это наш Николай Николаевич, электрик, ему 44 года. Народный артист России Зиновий Высоковский. Спасибо, спасибо. Что хочется сказать, я покровенный человек, моя биография простая, я родился, учился, женился. Я прошел через то и через это, я люблю одно и ненавижу другое, но прежде всего я шут. Всю мою сознательную жизнь я только и делал, что старался смешить вас. И вот до чего сегодня я дошел в результате этой привычки. Стали предлагать баллотироваться. Если говорят, вы сможете рассмешить всю страну, пойдете по федеральному списку. А если только отдельных личностей, значит вы одномандатный. Пицца, дед с бабкой подарили Буратино хрустальную туфельку и сказали, что та девушка, которой подойдет эта туфелька, станет его женой. Многих девушек повстречал на своем пути Буратино. Крошечную девочку Дюймовочку. Он встретилась я с глоткою здоровой. Вот она я на сцене, я алтайский соловей. Но не хочу быть дойною коровой. Что вы делать для детишек Милки Уэй? Да, идите вы все на Ямбалай и оставьте все от меня. Раздеваться люблю таковая, называют нудисткой меня. Не пойди во все на Ямбалай. Мой девиз никому или всем. Я без секса с тобою, я без секса за улыб, я без секса кого-нибудь съем. У него зачем тебе такие уши? Она не слушает и сказал, я жалит чата в душу. Я-я-я, эти уши. Советского Союза. Георгий